Прямо сейчас мы находимся в Олимпийском центре города Киля. Здесь заканчивается Кильская неделя, частью которой мы были. Мы поучаствовали в иншор-гонках, и уже завтра все мы с нетерпением ждем старта Nord Stream 2018 из Киля в Копенгаген. Будет первое колено регаты. В Копенгагене мы будем стоять в центре прямо напротив Opera House, откуда мы направимся в Стокгольм, где примем участие в одной из самых знаменитых их офшорных регат вокруг острова Готланд. После чего мы направимся в Хельсинки и уже финишируем в Санкт-Петербурге 5 июля. Да, я впервые на этой лодке Swan 50. Лодка очень быстрая, очень легкая. Вот, ну, реально очень быстро подрывается. Много парусов. Конечно, есть много недочетов, которых у нас там реально, ну, выявлялись поломки. Вот, мы в первую тренировочную походили, ветер был не такой сильный. А когда у нас был первый гоночный день, вот, мы, в принципе, все гонки шли вторыми. Ну, там и с немцами была борьба, один раз даже шли первыми. Вот, ну и поменяли дистанцию, вообще такой, как бы, ну, и знак не было видно. Сбросили с катера прямо в последний момент, но мы, конечно, на этом проиграли. В третьей гонке, в принципе, скорость была очень хорошая, но у нас нагибание второго марки, ну, ворот, лопнул баксток. Вот, реально очень такое страшное было событие, но, слава богу, никого не прибило там ни гиком, а мачта не упала. Вот, ну, все убрали, ждали. Паруса, ой, ждали этот штаг, ездили ребята в Голландию, вот, мы думали, из Голландии они не вернутся, они все-таки вернулись, но без штага приехали, а штага, оказывается, и нету. Ребята отмотали 700 километров туда, потом обратно, вот, ну и, конечно, регата у нас кильская, 2 дня мы гоночных пропустили, не погонялись, нам поставили дисквалификацию, ну, в самой кильской неделе, вот, ну, а в самом Нордстриме сказали, посчитают по среднему, так что у нас пока 2 боевых очка, вот, и будет поставить по среднему, как мы дальше будем гоняться в Стокгольме, в Швеции, в Хельсинки, в Дании по короткой гонке, поставят нам по средней. Команда показала, у нас тут сейчас было 2 состава, первый состав уехал, ребята проявили себя очень сильно, вот, очень, ну, хорошо все получается. Есть, конечно, небольшие ошибки, но реально лодка очень сложная, пока привыкаем. Вот, завтра ребята начнут, там, Макс Саранов и Слава Ермольника еще не рулили, посмотрим, как они потом на руль сядут. Но за Макса не переживаю, да и Славка Ермольника тоже, у него опыт большой уже на больших лодках. Так-то мы довольны, лодка очень нравится, вообще кураж, адреналин, все супер, вот, ну, команда настроена бороться, биться. Nord Stream Race is connecting Baltics through sport.